Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года. Матч, четвертьфинал, Марокко против сборной Португалии. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на этот матч, интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Итак, сборная Марокко сенсационно выбила Испанию, наказала за такой футбол, хотя и свой не лучший футбол показывал, но куда деваться, все-таки разные уровни сборных. Марокканцам только и оставалось, что играть в автобус. Но все-таки, если мы помним, в 2018 году, также после того, как мы забили, сравняв счет с пенальти, когда Дзюба забил, мы также играли в такой же футбол. И, в принципе, против такого соперника так и надо было играть. Поэтому не суди, не судим будешь, можно так выразиться. Но, как мы видим, уже на 5-й минуте Криштиану Роналду забивает гол в ворота сборной Марокко. И здесь он уже выходит в старте. Не то чтобы на стадии 1-8 против Швейцарии. Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6-1 на стадии 1-8. И Криштиану Роналду вот как раз вышел там, вроде как за 15 минут до конца встречи. Но зато здесь уже Криштиану Роналду оформляет дубль. И, скорее всего, это выход в полуфинал чемпионата мира. Криштиану Роналду вроде как уже с 1 января станет игроком Аль-Насра. Надеюсь, я не перепутал клуб из Саудовской Аравии. Поэтому, ну, посмотрим, правда это или нет. Почему-то мне уже кажется, что действительно так. Но вот как-то обидно, что пришлось закончить европейскую свою карьеру вот этим вот переходом в Саудовскую Аравию. Ну и Бруно Фернандеш забивает третий мяч в этой встрече. И он оказался финальным. Больше опасных моментов в этом матче не было. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.